Друзья мои, вы задумались над своей эффективностью? Как все успевать и при этом быть счастливым? Именно так называлась онлайн-игра, которую проводила Ольга Липатова в клубе «Дорога к миллиону». И в этом видео я хочу поделиться своими озарениями, ощущениями, осознаниями, которые получила после прохождения этой игры. Меня зовут Галина Кулеш, я менеджер YouTube. Я помогаю предпринимателям, коучам, психологам продвигать свои коммерческие проекты при помощи видео в YouTube. И, конечно же, я постоянно загружена в интернете и постоянно за компьютером, и вопрос эффективности, естественно, меня очень волновал. И Ольга очень нестандартно подошла к решению этого вопроса и как бы открыла двери несколько с другой стороны. Не привычные правила тайм-менеджмента, да, которые, кстати, я применяю достаточно часто, периодически возвращаюсь к ним. Есть очень интересные и работающие методики тайм-менеджмента, да, но Ольга предложила несколько другой вариант. Чтобы быть эффективным, нужно уметь отдыхать. Но, друзья мои, я не умею отдыхать. Но я учусь. И, знаете, те ощущения и состояния, которые смогла Ольга передать, именно состояние эффективности и, наверное, состояние, как она назвала, состояние счастья, да? Счастливости. Мне безумно понравилось это выражение. И, глядя на Ольгина вот это излучение счастья, которое и в глазах, и в улыбке, и в той манере подачи материала, который исходил от нее, да, игра продолжалась в течение нескольких дней, причем Ольга раздвинула рамки этой игры, не придерживаясь, не ограничивая себя, вернее, рамками игры. Это получился настоящий тренинг, потому что эфиры проходили в течение часа ежедневно, и, конечно, по ценности контента, по содержанию, это очень насыщенный и ценный материал. Я просто рекомендую вам зайти на страничку Ольги Липатовой, консультант по эффективности, и записаться на консультацию, и записаться на очередной поток этой игры. И, конечно, мы говорили о целях, мы говорили об исполнении желаний. То, что предложила Ольга, кардинально отличается. Это действительно происходит такая трансформация и переосознание. В любом случае, я, которая себя чувствовала всегда загруженной и даже перезагруженной, часто с таким, знаете, с таким даже порой зависанием некоторым, да, даже от своих постоянных забот и хлопот, как менеджера, да, YouTube, я сейчас поняла, что произошла, вернее, такая переоценка ценностей, может быть, даже жизни, может быть, переоценка ценности самого времени, потому что это действительно единственный невосполнимый ресурс, которым мы так, ну, обращаемся мы просто бесцеремонно. И глядя на Ольгу, на ее вот это вот состояние счастливости, да, я, конечно, ну, невозможно не заразиться. Вот однажды прикоснувшись и увидев ее вот эти лучистые глаза, ее улыбку, и понимая, что это действительно тренер, который живет этим состоянием. И я хочу это состояние, которое я хочу передавать его дальше. И я хочу делиться им с другими, потому что действительно я могу быть эффективной именно в состоянии вот этого счастья, в состоянии этого потока. И моя работа, которая требует присутствия и логического мышления, да, и творческого мышления, тут задействованы, да, и правые полушария, да, и левые полушария. Сейчас я просто понимаю, что вся эта загрузка
приносит мне безумное удовольствие. И я позволяю себе отдыхать. Я понимаю, что моя ценность вот этой работы и любовь к работе, она приходит через, действительно, через наше состояние вот этого любования и удовольствия от того, что ты делаешь в настоящий момент времени. Мне сегодня пришлось полдня провести в ГАИ, потому что утеряны права, и я полдня просидела в очереди, так и не дождавшись. Но, знаете, во всем есть плюсы. Во всем есть плюсы, и сегодня прекрасная погода, голубое небо, светит солнце. Я вот здесь стою в тенечке, потому что иначе будут блики, и очень плохое будет освещение. Я хочу вам пожелать найти вот это состояние, да, состояние счастья, состояние, давайте назовем его счастливость, и пусть это действительно будет нашей эстафетой. Запишитесь к Ольге на консультацию, к этому счастливому человеку. И, кстати, можете зайти на мою страничку тоже. Я как счастливый менеджер приглашаю вас на консультацию к себе, сделаю вам аудит канала и помогу в продвижении видео и раскрутке канала. Вот у Ольги предстоит, кстати, тренинг ближайший по эффективности с таким же названием, как все успевать и быть счастливым. Я рекомендую очень прикоснуться к этой методике, к этому. Это будет не просто ваше знание. Я точно знаю, что то, что дает Ольга вот даже просто на игре, это знание, которое вы не почерпнете и не найдете ни в одной книге, ни из каких источников, потому что они прожиты, и они пережиты, они прочувствованы, и они выданы как готовый продукт, которым она делится с нами и действительно дает совершенно на другие осознания. Я очень благодарю Ольгу. Это я выбираю Ольгу как своего тренера по эффективности, и мне очень импонирует ее отношение к жизни, отношение к себе, отношение к работе и любовь ко всему тому, что она делает. До встречи, друзья, на наших страничках в Фейсбуке, в Ютубе, и всем пока!